Привет, это канал I Like Pet, я Таня. А вы знали, что когда кошка вылизывается, она тем самым успокаивает себя? А что сердце у мяукающих бьется почти в два раза чаще, чем у людей? Если не знали, не расстраивайтесь. В этом выпуске мы расскажем вам интересные факты о физиологии кошек. Кошки – очаровательные, милые, неповторимые и единственные в своем роде. Эти животные обладают множеством необычных физиологических особенностей, которые делают их по-настоящему уникальными. Какие свойства организма кошек заслуживают внимания? Чем мяукающие могут удивить и даже поразить? Итак, представляем вам 7 интересных фактов о физиологии кошек. Первый факт. Кошки имеют другую температуру тела, нежели люди. В среднем температура у мяукающих колеблется от 37,5 до 39 градусов. У котят, как правило, температура бывает выше. Она может достигать 39,5 градусов. Второй факт. Сердце у кошек стучит почти в два раза чаще, чем у людей. Если у человека нормальное сердцебиение составляет от 60 до 90 ударов в минуту, то у мяукающих оно может колебаться от 100 до 130 ударов в минуту. У котят и вовсе обычная частота сердцебиения 150-200 ударов. Третий факт. С помощью своих усов кошка может ориентироваться в пространстве. Усы у мяукающих называются вибрисы. Они являются важнейшим органом осязания. Вибрисы начинают колебаться, когда соприкасаются с предметами. С помощью нервных волокон информация с усов передается в мозг, и кошка может ориентироваться в пространстве. Четвертый факт. У кошки уникальные уши. Если у людей в каждом ухе по 6 мускулов, то у кошки в каждом по 32. Благодаря такому строению уши мяукающие могут поворачивать на 180 градусов и различать звуки в диапазоне 10 октав. Пятый факт. Когда кошка вылизывает себя, она не только очищается, но и успокаивается. Кошачью шерсть покрывает вещество, содержащее витамин В. Оно поддерживает психическую устойчивость и снижает уровень агрессии у животного. Если питомцу не давать регулярно вылизывать себя, он станет очень нервным и злым. Шестой факт. Кошки проводят во сне около 70% своей жизни. В среднем мяукающие спят по 16 часов в день. Специалисты считают, что такой режим дня домашняя кошка унаследовала от своих диких предков, которые с помощью продолжительного сна восстанавливали баланс сил после охоты. Седьмой факт. У кошек потеют только подушечки лап. На них у мяукающих расположены потовые железы. Также в жаркую погоду кошки непрерывно лижут свою шерсть, покрывая себя как можно большим количеством слюны. Испарение слюны выполняет ту же освежающую функцию, что и испарение пота с кожи человека. Да уж, кошки действительно удивительные, уникальные животные. Перечисленные факты это хорошо подтверждают. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!